И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас торжественный момент. Мы награждаем наших выпускников с дипломом, с таким сертификатом, таким красивым, да, и с клятвой. Клятва почти как клятва Гиппократа, не навреди. Ну, вот первая у нас Бурцева Елена Альбертовна. Прошу вас в студию. Поздравляю. Здравствуйте. Ну, можно, смотри, вот, если в эту руку возьмешь вот так, то вот за эту руку я тебя поздравляю. Давай вот так сфотографируемся. Так. В разные руки можешь взять. Тогда. Есть, да? Так, проходи туда. Так. Вот сюда вот, пожалуйста. Благодарю. А, подожди, нет, ты давай вот еще посчитай. Ага, конечно. Сюда вот накладываешь ладонь на золотую. Вот отпечаток. Итак, я... Бурцева Елена Альбертовна. Торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесно-ориентировочных практик Альфа-ТОП, будут приносить только пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины «не навреди». Так что мое мануальное воздействие рук теперь будет оказывать только врачевательское воздействие и целебный эффект во имя спасения и восстановления всех тел человека в качестве гармоничного божественного сосуда. Благодарю, благодарю, благодарю. Спасибо, можно поаплодировать. Сюда, вот туда. И следующий у нас награждается Железко Алексей Сергеевич. Мануальный терапевт и дипломом с правом работать в медицинских учреждениях. У тебя есть медицинское образование? Да, конечно. Да. В хозрасчетных и физкультурных объединениях, в клубах и салонах, по месту жительства и в сфере кооперативной и индивидуальной предпринимательской деятельности, а также для открытия собственного салона и своего дела. Давай. Подожди, с какой-то стороны. Браво! Так, ставим. Браво! Вот это держи. Ура! И поздороваемся давай так, чтобы все видно было, да? Фоткой. Отлично, продолжаем. Так, зачитываем теперь. Я, Железко Алексей Сергеевич, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесных ориентированных практик, Альфа-ТОП будут приносить только пользу и оздоровление любому, кто будет обращаться ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины – не навреди. Так что мое мануальное воздействие рук будет теперь оказывать только врачевательское воздействие и лечебный эффект. Во имя спасения и восстановления всех тел человека и в качестве гармоничного божественного сосуда. Благодарю! Ура! Так, и у нас теперь Ленков Иван Сергеевич! Yes, ну тебе также сертификат и диплом. Красный диплом, как специалисту с большой буквы. Давай так сфотографируемся, может, с этой стороны лучше. Чтобы все было видно, да? Все, ну если хотите, можете сфотографировать все вместе. Да, хлопайте. Ну встаньте, давайте все вместе встаем. Можно со скелетом так сфотографироваться, общее фото. Пускай он меня обнимет. А что про этот, про клятву? А, клятву, да, забыли, ё-моё, забыли. Что мы торопимся, клятву? Я, Ленков Иван Сергеевич, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесно-ориентированных практик Альфа-ТОП, будут приносить только пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины – не навреди. Так что мое мануальное воздействие рук теперь будет оказывать только врачевательное воздействие и целебный эффект. Во имя спасения и восстановления всех тел человечества в качестве гармоничного божественного сосуда. Благо дарю, благо дарю, благо дарю. Ура!
Так, ну давай теперь общее фото какое-нибудь вот такое, да, чтобы все были в кадре. Можно поближе, ниже пояса, не обязательно фотографировать. Да, все руки вот так поставьте. Дипломы можно открыть. Я закрытая ставлю. Давай несколько фото сразу делай. Делал? Теперь открыть можно. Давай. Видео можешь выключить. Лена просто бюджет осваивает.